Добрый день, дорогие мои спортсмены. Я, знаете, просто даже не знаю, с чего начать, потому что такого выступления нашей студенческой сборной, точно, пока и до сих пор не было. Вот теперь оно случилось. Вы превзошли по медальным зачетам все предыдущие достижения наши. И в Харбине, да, было самое лучшее, когда мы с китайскими хозяевами там взяли одинаковое количество медалей. Но это самое лучшее выступление в истории универсиад нашей сборной. Что особенно приятно, это то, что вам удалось подтвердить высокий класс и в традиционных наших видах спорта, и в лыжных гонках, и в биатлоне, и в прыжках с трамплина. Хотя прыжки с трамплина когда-то были для нас традиционно медальным видом спорта, потом все немножко ушло, сейчас это поднимается, но тем не менее. Но что действительно впечатляет, это то, что впервые у нас медаль в горных лыжах. Где у нас чемпионка? Нету здесь? Вы здесь. Вот. Я вас поздравляю. Это приятно, что кёрлинг показал, что у нас есть еще порох в пороховницах после выступления, не самого удачного выступления на нашей сборной в Сочи. Мы видели, как и мужская сборная, и женская старались. И у них, безусловно, у взрослой сборной есть очень хорошие перспективы. Но те, кто выступал на Олимпиаде, показал, что у нас и задел очень хороший, кадровый. Ну и, конечно, хоккеисты, молодцы, девушки, ребята выиграли у женской канадской сборной и у мужской сборной. Просто это впечатляет. Единственное, чего жалко, это то, что, на мой взгляд, очень мало показывает по электронным средствам массовой информации все ваши победы. Я, конечно, в этих случаях всегда об этом говорят, и я сегодня тоже не могу об этом не вспомнить. Особые слова благодарности вашим наставникам, тренерам, специалистам, врачам, медикам, организаторам. Безусловно, у нас получилось в последние годы собрать воедино усилия всех наших ведомств, которые занимаются молодежным спортом и студенческим спортом, имею в виду и Министерство спорта само по себе, и Министерство образования и науки. Вы знаете, что мы готовимся принять в 2019 году зимнюю универсиаду в Красноярске. Уверен, что все, что наработано в предыдущие годы, и универсиада в Казани, и Сочинская олимпиада, вот ваше выступление в этом году, все будет собрано в копилку. Мы сейчас не будем заранее говорить о каких-то результатах, но, безусловно, болельщики нашей будущей сборной на универсиаде будут рассчитывать на хорошее выступление. Правда, я не знаю, как удастся превзойти ваше выступление в этом году, но уверен, что все будут стараться и двигаться к пьедесталу на самые первые позиции. Я вас поздравляю, спасибо вам большое за ваш результат и желаю вам новых успехов и побед. Спасибо вам. Так понимаю, что мы договорились без всяких ответных речей. Я упустил еще один момент. Безусловно, руководство нашего студенческого спорта тоже достойно особого внимания и самых добрых слов в их адрес, имею в виду и президента, который активно работает и в нашей стране, и в международном студенческом спорте. Вам огромное отдельное спасибо. Благодарю вас.